Вот, ладно, в общем, всем привет еще раз, да, вот неожиданно, да, мы снова перед этой дверью, он снова в российском флаге, а я снова в флаге, не я без флага, в общем, да. И мы начинаем игру, когда мы уже будем сами по себе играть, то есть, да, мы отдельные друг от друга и все. Rice made a deal with the GRE. Now he's about to escape from Haran. Параллельное прохождение. Песочек покидает сеанс. Точно так же. Нам хреново. Но мы идем по лестнице с автоматом. У тебя тоже автомат? Мы не будем зачищать друг за другом. Мы будем делать это в одиночку. Никто не прикроет теперь наш тыл. Наши задницы будут одни. Да. Как мы идем. Страшно. Мой пукан сейчас разорвется с острова. Опять тебя пикать. Отпустила. В смысле? Тш. Тебе кто-то что-то говорит? Тихо. Так, ну я не знаю, у тебя закончил? Ага. А я тут покрошил зомбаков только что. А нет, он по громкой связи трындит. Ну по громкой, да, он там будет еще долго трындеть. Так, нам. О, в меня гигант выкидается, я думаю, что-то не то. Ух, камешек. О, там два гиганта. Привет! Ой, пока. Воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо. Так, нам тупо бежать, я так думаю, да? Нет смысла тут со всеми драться. Не, я дерусь лично. А нафиг? Ну, я гиганта убил. Я предполагаю, что как-то можно, наверное, со всеми разобраться. Хотя, вот тут, походу, будет все время убегать. Да, смысла особого нету. Тем более, тут бегуны, как бы. Фу. А, твою мать, крикун. Добегался? Так. Я бегу. Спасибо за спойлер про крикуна, значит он где-то впереди. Твою мать. Твою мать. Ну, короче, я не буду спойлерить, пускай все это будет вообще прям бомбой. Пускай это будет мне весело, да? Ага. Почему у меня, мать ваша, не чинится оружие? Так, я пытаюсь оружие починить. Подождите, не мешайте мне, тваря. Кстати, сейчас можно эскейп спокойно нажать и подумать, что дальше произойдет. И куда тебе бежать. Так. Я думал, это зомби, а это, блин, камешек за мной летел. О, зомби меня подталкивают, прям круто. Уи! Так, мне вниз, понятно. Воу! Я думал, там вода. Я тоже думал, что там вода. Крикун, тварь! Ты тоже вниз прыгнул, что ли? Да. Что, я тебя догнал, что ли? Нет, подожди, ты сейчас крикуна убил? Да. А, нет. Там дальше, короче, надо будет прыгнуть. Все, тихо. Не спойлери. Так. Так, 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 так. Уу! Ни хрена себе! Да-да-да. Я еще не прыгнул. Я пока бегу, 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 бегу. О, тут можно пролететь было, оказывается, отлично. Пошли вы, твари. О, так, тут лучше кошкой, наверное. Ни хрен его знает как. Так, отлично. Ты прям вылез, тварь. О. Чё, хреново тебе, скотина?
Беги, 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 чувак. Бегу, 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 бегу. У тебя есть эликсиры. Бегу, бегу, бегу. Нет. Так, 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 бежим, 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 бежим. Капец, лучше не умирай. Я не умираю. А иначе тебе придется опять от крикуна. Все, тихо, тихо, тихо. Уоу! Ёп! Это было неожиданно. Лестница. А? Ты до нее добежал? Да, я там добежал до куда-то и упал. Нет, ты до лестницы добежал? А, нет, наверное. Потому что я добежал до лестницы. Я очень далеко добежал. Ну тогда да, я упал в кучу трупов, если ты о ней говорил. Давно уже причем. То есть получается, я тебя догнал тогда, да? Да. Где это, крикун? Ну да-да-да. Блин, кошка! Твою мать! Собака! Пшел вон отсюда. Тварь. Жим-ж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 им. Капец, еще и ракеты все, короче, кончились. Они у меня еще остались вроде. На 22 ракеты осталось. Еще и кошка нельзя использовать. Ох, чуть не упал, ё-моё. На желтых трубах очень аккуратен будь. Да я знаю, я там уже в несколько раз упал. Я еще ни разу там не упал. Да что-нибудь домешает. Он устает, поэтому мы хуже прыгаем. Нет, у меня ускоритель. А у меня нету. И не устает, а кто-нибудь да ударит. Final jump! Фух, я запрыгнул на лестницу. Все, я... Нет! Они бегут за мной. Они бегут за мной! Мои души! Воу, у меня лаг такой был. Все, я в трубе. Уи! И у меня фризит. Так, что ты не ухватился-то, придурок! Тихо, тихо, тихо. Dear Crane, accept an offering to the king. У меня ракеты кончились. Почему я умираю и мне не возвращают мои ракеты, мою скорость? Все, тихо. Я уже к этому пришел. You cannot defeat me. You cannot even reach me. Да, ты в этом так уверен, Крейн. Точнее, не Крейн, как у Райс. Хренаясь. Крейн, это мы. Так. Ну, ты скажешь, как ты доберешься до лифта. Потом поймешь, о чем я. Я просто тебя здесь подожду и это вырежу. Окей. Ну, чтобы мы примерно на одном были. Точнее, когда на арене будешь, скажешь. Угу. Фак, 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 фак. Беги, 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 чувак. Там же не там сложно. После лестницы далеко? Не, все, конец. А, так он мне за лестницу не ухватился. Там передохни лучше на этом месте, разбегись и... То есть, ну, там реально чуть-чуть там можешь не долететь. Знаешь, у меня сейчас такое ощущение, как будто ты внизу где-то, но тебя нет. Я не увижу, как ты сюда войдешь и будешь подниматься. Печалька. Почему они не сделали, кстати, совместное? Типа, чтобы с Крейном один на один. Я по лестнице, я по лестнице, я по лестнице. Все, добрался? Ну, до лестницы, да? Да, да, да. Я в дырочку вылез, и я на арене. Да, вот теперь там зеленый такой этот, туда. Беги. Че зеленый? Ну, зеленый такой ящик наклоненный, вот на него беги. Ну, не ящик, а этот. А, контейнер? Контейнер, да. Я не могу бежать. Ну, чуть попозже. Вот, короче, когда наверх поднимешься, в лифт не заходи, ну, там уже начнем. А пока не захожу тоже. Так, наверх тут по этим, да? По лесам. Угу.
Ну там сначала по одной стороне, потом развернуться на 180 и по другой. Забрался? Да, я подхожу к лифту. Окей, ну в общем, собственно, продолжаем. Так, 3, 2, 1, включаем. Все, я в лифте. Все. Эй, а что не поднимается? Let me offer you a piece of accompaniment. The music of suffering, played by slaves. Perfect for a slave. Come on, come on, faster, goddammit. Меня фризит. Бывает. Причем довольно так это самое. Ух, как высоко ты, ё-моё. Мощно фризит. Ну, конечно же, он должен застрять, да? По-любому. Нет. Слава Аллаху. Аля, бар! Ой, на-на-на-на-на-на-на-на-на, пошли вон все, все вон, все вон, и ты тоже вон, и тебе на, и все вы у меня получите, все вы будете гореть в аду. Тут бомба. Воу, ты меня проспойлерил, сволота. Так они на стенках прикреплены. Я ее просто увидел. Так, я бегу на второй этаж, видимо. Так, а, нам на этом этаже, да? Да, нам на этом этаже. Крейн, Рай said you would come. You've been shot. What the fuck is going on? This is what we get for trying to make a living. Рай betrayed us all. Yeah, I'm on my way up there, Kareem. I'm gonna kill that motherfucker with my bare hands. Not this way. We've laid mines on two floors above us. Go through the second block as high as you can, and you can come back. Хм. Ты поговорил уже? О, я здесь спойлерить не буду. О, твою мать! Ну, это было жестоко. Ага, понятно. Нам на кран прыгать? Да. Так. Как тёлка заверещал. Блин, меня вообще просто... I liked you better when you didn't talk so damn much. But I consider it a matter of, let us call it, leveling the playing field. That is a term you can understand, yes? Когда спрыгнешь с крана, будь очень аккуратен. Я убил уже. Не, я его просто позже заметил. Как, собственно, и обычно. Он меня сам, правда, убился во второй раз. Так, ребят, прошу прощения за эти жесткие фризы. Я не знаю, в чем дело. Реально, просто не знаю, в чем дело. У меня стабильно 60 и просто проседает. Временами. Сколько здесь мяса, ты, ё-моё. Вообще так, нам наверх. Вопрос как? А, все, нашел? Ну, как бы на лестнице. По лесам. Нет? А, нет, ты, в смысле, ты туда наверх уже пошел? Ой, тут громило. По жердочкам, ты не спойлери. Ох, тут мама моя. Сколько у вас тут? У меня на вас оружия не хватит, слышите вы, придурки. Так, реально на них оружия не хватит. Оу! Блин, меня убили. Фак. Меня гром убил. Тебя тоже? Я взрывающего чувачка. Ясно, понятно, там где-то взрыв пакет. Офигеть. Тебя опять сначала? Нет. Я уже за сейф зоны. Короче, я не буду тебя спойлерить, но ты будешь просто. Все, тихо, 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 тихо. Ты будешь вообще шокирован. Тихо, тихо. Я и так уже шокирован тем, что мне придется овер до хрена бежать, если что. Потому что меня гром убил самую малость.
Какой гром? Громил. Оружие? А. Но он меня зажал в углу и чуть-чуть надругался. Так. Так, я предлагаю обмазаться их фигней. О, по-моему, я как-то куда-то не туда или нет? Походу я туда. О, там толстый. Там еще второй толстый был. Так, ты походу еще не добежал до того момента шокирующего. Воу, да хорош, он взрывается прям сразу. Кто? Толстый, он... Ладно, сейчас я его застрелю. Толстый? Да. Ну, просто у меня так получилось, что у меня толстый прям... На меня бежит, а у меня дальнего оружия нету. Так, я в лифте. Точнее, в шахте лифты. То есть на тебя желтый бежал, да? С газом? С газом, да, бежал. И толстый рядом еще стоит. Я вообще нежданчик свое. Да с газом-то пофиг, я его вырубил, а вот то, что толстый. Так, ты тихо. Воу! Хорош, ребят. Дайте на кран залезть, не до вас. Кажется, говорит, больно ударился, да, Крейн? Дай-ка я добавлю тебе мучение. Я стоял, смотрел, короче, мне камень в лицо прилетел. Я вниз обратно упал в шахту. Лошара просто. Ты потом посмотришь. Так весело. Так, я на кран забираюсь, короче. Я уже почти на верхушке крана. Лети! На каком кране? В смысле, на каком кране? Тут один кран. Сука, сука, тварь! Чё там? Так, наверху кто-то есть. Сейчас ты тоже орать, материться будешь. Так, тут ходит громила, да, наверху? Нет, там обычный чувак. Ну, не, если... Потом. Так, куда дальше? Ты через кран перебежал? Нет, еще я поднимаюсь, вот сейчас на самый верх крана поднялся. Окей, тогда я не буду говорить. Но говорю так, что ты будешь тоже сейчас материться очень сильно. Очень сильно. Ты если что запикаешь. Мне кажется, мы превратимся в зомби. Не-не-не. Воу! И куда, пар? Прямо. Все? Да. Ну нет. Тут нет места матькам. Мне будет очень. Я буду очень удивлен, если мы превратимся потом в зомбака и разгрызем ему глотку. А я не буду удивлен. Как там воздух вырывается, меня это напрягает. Чувствую, делаю тебя слабым. Короче, я тебя походу обогнал. Чуть-чуть. Ты? Да. Ну да, я вот сейчас по этим бегу. Блин, по ним, кстати, сложно бежать. Ну, было. Оу. Оу. Я не перепрыгнул. О, все, тихо. У меня ролик. So, face to face again. I guess that means I don't need this anymore. With or without it, Suleiman. You're dead. Come now, Crane. Do not pretend you don't care. How many lives depend on this disc? Hundreds? Thousands? Perhaps billions. Whoa! Я ж нажал. You are right about one thing, Crane. Suleiman, he's dead. He died with his brother in this city. Ой, не то нажал. You don't even belong here, Crane.
You don't know what suffering is. Ладно, окей. А, С, Д. I will teach you. You will suffer alongside me. На, поет. Чуть не потерялся. Yes. Go on. А, я вафля. You cannot resist. Do it, I won't fight you. Just as you killed Tahir. Do it! Fuck you, asshole. You want me to make my own rules? Rule number one. You're gonna spend the rest of your goddamn life in fucking agony. Don't leave me like this, Kren. Prove you are a man. God. Will you just shut the fuck up? Да твою ж мать. Воу-воу-воу-воу-воу. The tables have turned in the blink of an eye. This wound would have killed me. But now you dangle on the edge of life and death. While the GRE wait to take me to hospital. The honor of deciding your own fate. Hand me the disc, so that there is at least a chance that Haran might live. And I will make your death painless. Or resist. And the city along with you. You have until the count of five. One. Two. Alright, alright. Here. What's that for a decision, asshole? What do you want? Rise already told us he had that dead scientist data. All we're interested in is the cure. We're offering you a chance here. Get the rest of the research and come with us. Now, I can think of a lot of reasons to tell you to go fuck yourself, but why don't we just pretend for a minute that you don't think I'm stupid? You need the cure. It's here, in the city, somewhere. And as long as it is, you won't try to pull any ministry-style bullshit. Crane, why do you even give a fuck what happens to these people? Don't belong here. This is just a job for you. No, not anymore, it's not. I'll be in touch when I've decided what to do next. Я сижу. Тихо, 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 тихо. Руки. Тихо. Crane? Hello, Crane. Can you hear me? It's Camden. Yeah, Doc, I hear you. What's going on? The analysis just finished on the tissue samples. The results are... Well, I don't think the word phenomenal is too strong. Crane, if you can recover Zara's data, I'm certain a cure is within reach. All right. Hey, we'll talk about it next time I see you. Ты прошел? This is Ayo speaking. Get to the nearest safe house and wait until dawn. Good night and good luck.
В общем, у меня финальные титры, я быстренько скажу всем спасибо, всем удачи, ребят, пока, я рад был для вас проходить эту игру вместе с Персом, надеюсь, вам понравилось, в общем, это финал конкретно сюжета, возможно, мы еще побегаем, но уже не будет прям каждый день выходить серии, да, то есть, ну, как побегаем, так побегаем, вот, поэтому вот так вот, ну, а эта серия, собственно, последняя, всем спасибо и удачи, пока-пока, ребятки, смотрите титры, наслаждайтесь, ну, и, возможно, слушайте какие-то комментарии от Перса, который будет, может быть, говорить. Ну ты молодец, ты прямо под диалог начал говорить. Все, ушел. Да. Ну вот и все. Как сказал Дес, не могу с ним не согласиться. Игра очень суперская, очень интересная. И я рад был с ним проходить ее в проходить эту игру с ним в кооперативе. В общем, как он сказал, возможно, мы будем бегать с ним еще как-нибудь. Вроде как договаривались, что будем за Хантеров играть. Сначала он ко мне подцепится, потом я к нему. Обязательно, ведь мы должны сделать эту игру на 100%. Я, говорит, ушел, я ушел. Вот. Сидит, слушает. Потом опять, короче, будет в скайпе мне всякую чепуху нести. Да ты, там сказал то, сказал это. Да-да-да. Не, я от своих слов не отказываюсь. Я как бы говорю, что я без проблем только за пройти на 100% игру, как бы, поэтому... Мне игра нравится, но я не могу утверждать, что прям вот серии будет там вот завтра выйдет, послезавтра, ну, грубо говоря, да, после вот этой серии. Нет, они будут выходить спонтанно, то есть, когда у нас будет настроение там побегать, например, мы их будем выпускать. Покрошить. Да. И к тому же, вроде как, будет Dead какие-то... Island 2 выйдет, поэтому, когда там, что там... Ну да. Зомби на этом не заканчиваются. Я думаю, сначала первый надо пройти, кстати. Потом Riptide, да, там еще есть? Или как он там называется? Ладно, посмотрим. Посмотрим. А еще есть такая... Обещать типа, ничего не буду. Да. Ну, в общем, все, наверное, да? Да, я думаю, всем удачи еще раз. Всем пока, да. Спасибо за просмотр. Good night. Или как он там сказал? Good luck. Типа, все, кто до сих пор на улице, ищите себе безопасное укрытие на ночь. Всем удачного, спокойного ночного времени. Давайте, пока. Давайте. Чайку вам, ребята, погорячее и видео получше. Твою мать! Я сейчас чуть со стула не упал. Короче, кто не смотрит титры, тот вообще полный отстойник и многое пропускает, ведь в титрах происходит самое интересное. Там не только какие-то непонятные буквы, да, на каком-то непонятном языке, там еще и самое там смешное. Там еще персончик чаек пьет. Я как кошка. Знаешь, она так выматывается так из руки. Я не буду это комментировать. Просто тебя, когда после против шерсти гладишь, ты не кусаешься. Не кусаюсь. А при чем здесь против шерсти? Не знаю. Я уже не помню, при чем это тут. Против Эй! Да по-любому эти титры никто уже не смотрит. Все, тихо. Кому эти титры нужны? Все, в общем, мы пошли. Всем удачи. У меня до скорых встреч. Титры, кстати, закончились. У тебя закончились? Да, резко причем.
А у меня нет. Я такой: поздравляем, вы одолели Райс и завершили основную кампанию. Вас ждет особая награда. Проверьте свой тайник. Я такой побежал проверять, просто такой. А, ты еще, то есть, это самое, да? Ты еще пишешь. Ну да, я как бы. Я ж титры записываю. Это типа, короче, постскриптум. Пост? Райс из дед. О котором никто не знает. Finally. Да-да-да. Я еще раз говорю, да, кто не смотрит титры, тот вообще полный отстойник. Ведь в конце происходит все самое интересное. Ну а я что? А я сижу и сосу. Жду, когда у моей титры закончатся. Я заметил, что ты Лишь бы, короче, лишь бы, да, вот так. Самое главное, чтобы у меня не закончилась сейчас память, ведь она вот-вот должна закончиться. А, тяжелый. Тяжелый? Ну там тяжелый на 1200 урона. 1200? Да ладно. У меня на 1100. Ну тяжелый. А что, тяжелый топор? Да. Этот что ли? Пожарный? Да хрен его знает. Ну просто какой-то топор. Ладно, неважно. Так, что я могу продать? Ничего. Так, мне в тайнике, да, надо было посмотреть что-то по скриптовское. Ты в тайнике? Я думал, ты в тайнике на 1200 нашел. Не-не-не. Извини, нашел. Одежда. И что? Красивая, красивая. Ха. А интересно, мы сейчас вместе будем? Нет. Я оделся. Ну, мне нравится. Ладно, поищите Крестового в башне. И где мне его, собственно, искать? Ну, там какой-то квест еще есть, кстати. Ну, это мы потом уже как-нибудь. Ну, это да, это, как я и обещал, не сейчас, не сегодня, не завтра. И вообще хрен знает, когда. Вообще. Может быть, потом будет стрим. О, Сальма. Хаек, в смысле. Ну, это та, которая... А, мы же с ей сына вернули, точно. Когда эти титры закончатся? Я, короче, тихо. Ой. I could not save him either. He was a stubborn man. Not a bad man, but he could not see things any way but his own. There's a lot of that out there. The Wood wanted him to have this. Could you give it to Sammy and tell him it's from his dad? You are a good man, Mr. Crane. Thank you. Good luck, Salma. Вот, короче, в принципе, все. Да, смысл приглашать, как бы я тут поговорил тут с этой Сальмой, и как бы. И все. А, ну она... сейчас костюм тогда за это. Ну да, зацени, как бы. Я думаю, на этом все. Ну, в общем, я-то лично отключаюсь. Смысл, ну, как бы, еще что-то здесь болтать и. В общем, как-то ну да, так. Тебе смысла нету. Да. А я пойду до тайника сгоняю. Ты там до тайника сгоняй, да, и повеселись. В общем, все, всем спасибо. Всем приятного еще раз просмотра. Хотя я не думаю, что до суда досмотрел хоть кто там. Хотя, может, и досмотрели. И тем, кто досмотрели, те красавчики просто, можно сказать. Посмотрите. А кто-то, может быть, просто, короче, это самое. Ползунок так вот перевел, да, посмотрел там в мини-окошечке, что там происходит. Оп, увидел, что-то там еще. И такой, а там еще до этого в титрах смешно было, да? Так, что за костюм-то дали? В общем, все, ребят, всем еще раз спасибо, всем удачи, всем пока. С вами был, как всегда, Дэс, со мной был Перс. И, в общем, мы прошли эту игру. Остальное будет, когда будет. Все, всем пока.